артистка петь попсу, да ни за что на свете. Но когда я послушала его песни, меня настолько они очаровали. Нет, я ушел, ты сказала, кассету оставь. Да-да-да. Мы записали несколько песен, тогда существовала очень популярная в Югославии. И у меня ровно в этот день, 17 августа, это было. Денег, грубо говоря, вернулись мы полными банкротами. То есть мы должны были из тура принести какие-то деньги, деньги в этот момент обесценились, мы провели все концерты честно. А до этого мы в долг взяли криминальные, так сказать, криминальные элиты, да, чтобы клип... И работать, зарабатывать, как только нам удавалось, за любые деньги давать концерты. Мы все-таки рассчитались с этим долгом, потому что рассчитаться, не рассчитаться было невозможно. Была лидером группы «Рефлекс» 7 лет. Так как мы со Славой делали весь цикл работы, начиная от создания песен, имиджа, съемок клипа, я получила хроническое переутомление, нервное расстройство, срыв и не смогла работать дальше.